сегодня по Коми Нериски, вчера была Троица, поставили свечки, идем, в общем, на гору, ритуал по исцелению. А, видео? Значит, заключается следующее, надо сначала разуться, а потом три раза подняться. Ты особо не говори, у меня ничего не слышно на телефоне. Ну ты говоришь, что надо три раза подняться, три раза спуститься. Надо три раза подняться, три раза спуститься с этой горы. И тогда все болезни уйдут. Один разочек есть? Как ощущения? Ощущения будут позже. Два раза есть. Уже запыхался старый пень. Ну и последний разочек. Дедушка, сфотографируй нас. Надо было свой телефон набрать. Это уже забыто. Сфоткай нас. Сфоткай нас. На видео. А ты просто сфотографируй. Он к нам идет. Не будешь? Тоже? Давай его ждать. Вот третий раз. Как ощущения? Замечательно. Как Христос прокатился. Так. Ты видел, я полежал немножко. Видела, но снять не удалось, потому что очень много народа здесь. Так. Водиться и спите. Пойдем. Ты пойдешь туда? Ну, я смогу здесь пройти. Здесь, смотри, какой этот хороший сделали спуск. Сейчас на паузу. Ритуал спускания и поднимания в гору. Теперь ритуал омовения водой. Наверное, нужно идти туда на мостик тоже. Мы нашли место для того, чтобы папа у нас совершил ритуал. Сейчас,
Ну вот как-то так. Холодная? Вообще теплая, купаться можно. Ну да, вон дети, даже без криков. Вот общий видок. Так. Видишь, народ? Очень красиво здесь. Вообще. Особенно вот этот мост. Да. Как тебе такой Илон Маск просто? Там еще монахини, а тут это монорельс. Школа для 10 монахинь. У нас для 400 таки вот такой школы нет. Ну что, мы завершаем свой блог? Да, мы завершаем свой блог. Всем спаси, сохрани. Всем здоровья в этом году. Удачи, счастья, любви. Ну и не болеть. Мы точно не будем, потому что сделали все по уму. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. С горстью чего-то. Наша мама в охапку с туфлями. Давай, 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 спускайся, спускайся. Да, да, снимаю. Кто такая Кристина? За Кристину мою свекровь. А, понял. За бабушку, за нашу. За нашу бабушку и за Кристину. Ну тогда тебе еще подняться. Спустя. Тогда тебе 9 раз надо. Давай. Нет. Ну давай хоть подняться. Давай. Давай. Да, давай, 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 давай. Фу, нормально, давай, давай. О, мы уж все сделали. Конечно. Маша не стала. Смотри-ка, она у нас как козочка горная. Не хватало мне только иди, с таким пузом навернуться с этой горы. Вот. Ничего смешного. Человек идет к цели. Я просто представила, смотри, что она, если бы у козочек она, были она, такие... Она как этот, горная лань, она походу... Ага. Один раз есть, все, давай, еще разок. Давай, давай. Видишь, как народ спускается? Давай, давай. И болеть сразу спина не будет. Вот. В принципе, можно медленно это делать. Но самое главное босиком. И что парадоксально, люди, которые вот это сделают, целый год не болеют никакими болезнями, связанные с опорно-двигательным трактом, системой. Ну и желудочно-кишечным трактом, я хотел сказать. В общем, мама молодец. Вот, все. Лови. Полтора. Чего полтора? Мы сейчас поднимемся, будет два. Давай, давай. Мам, как ощущения? Сейчас будет легче на третий раз. А ты что, 3 раза уже? Да. Я уж 3 раза искупался. Что ты на меня все смотришь? Я одна, ты не хочешь? Ну, не иди по траве, она скользкая. Иди там, где шла. И наискосок иди, как первый раз шла. Вот. Наискосок, наискосок. Иди, иди, не стой, иди. О, а смотри-ка, у нас мама ни разу вроде так не спускалась, да? Не поднималась, смотри-ка. Давай, 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 давай. Все, 2. Еще спуститься и подняться. Вот видите, народ, с маленькими детьми со всеми. Да, вон детки кувыркаются, можно а сказать. Вот надо полежать вот так вот. Вот у меня спина болит, надо полежать. Самое главное, чтобы на тебя никто не набежал сейчас. Кому я нужен? Вот, мама. Ты специально, а не в толпу-то, да? Вот тебе нравится, да? Это против толпа ничего? В нее. Нет, вот. Это хорошо. Это Пахоми в тебе уже играет. Все. Ну и... Подняться осталось. Осталось подняться. Ноги-то грязные. Давай, а мы за тобой поднимаемся. Что же? Ну, так там... А ноги-то мыть не будем. Ну, Папа у нас уже ноги мыл. Если хочешь, пойдем ты. Нет. Давай. Так можно не мыть, в принципе. Не, это не обязательно. Смотри, как я туфли-то одену. Оденешь. Все, давай, вперед. Пошла, подожди, пошла. У меня голова кружится. Блок. В принципе, подняться можно и по лестнице. Нет, ну, не надо. Ну, имеется в виду вот там. Самая-то фишка... Нет, ладно, я поднимусь и спущусь. Нет, а зачем тебе спускаться? Тебе, ты уже все. Да? Да. Ты уже все. Только подняться. Только подняться, да. Ну, пошли.
Ты неси маме. Несу, несу. Иди за ней. Поддержи маму. Я хоть вас вместе сниму. А как мы идем? Мам, подожди папу. За обряды. Да? Я здесь бегом. Не бойся. Я бегом уже сбегала. Молодцы. У меня ничего все равно будет не слышно. Ой, пап, тебе, наверное, так монтировать будет опасно. Ну ладно, ничего страшного.